Вижу мир. Интересные факты. Исландия. С 1 июля 2010 года в Исландии запретили стриптиз. На сегодняшний день это единственная европейская страна, где не разрешен такой вид танцев. В Исландии нет армии, морских и военно-воздушных сил, только береговая охрана. Если какому-нибудь исландцу взбредет в голову пойти служить, то он может присоединиться к норвежской армии, согласно договору, который существует между этими двумя странами. В Исландии можно отбывать тюремное наказание в рассрочку. Хочешь побыть месяц в тюрьме, а потом месяц дома? Не проблема. А может, неделю в тюрьме, а 2 недели с родными? Пожалуйста. Исландцы не любят употреблять в пищу уродливых, по их мнению, созданий, например, треску. А крабы вообще выбрасывались обратно в море вплоть до 50-х годов. Зато в Исландии существуют такие специфические блюда, как выхолощенные яички барана, подгнившее мясо акулы и опаленная овечья голова. Традиционно потребляется также китовое и тюленье мясо. Поделись этим видео с друзьями и не забудь подписаться на канал. Будьте осторожны при просмотре. Подписавшись на канал, вы рискуете узнать любопытные факты.